В акции «Спасибо учителю», которую запустило Министерство просвещения в рамках года педагога и наставника, уже поучаствовали более 180 тысяч человек, в том числе и жители нашего региона. Старт проекту дал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он позвонил своему школьному преподавателю английского языка. К марафону благодарности присоединились и мурманчане. Они отправляют открытки, делают фотографии и записывают видеообращения, которые выкладывают в соцсети с хэштегом «Спасибо учителю». Слова благодарности людям, которые дали ей путевку в жизнь, записала и депутат областной думы и генеральный директор «Мурманэнергосбыта» Алла Истомина. Я очень с большим удовольствием вспоминаю свою первую учительницу, Таисию Александровну Крылову. Это замечательный педагог, который всю свою жизнь отдал воспитанию детей. Она не только научила нас читать и писать, а в первую очередь она научила нас дружить. И это очень важно, когда ты отвечаешь не только за свои поступки, а и помогаешь своим друзьям, своим одноклассникам.